Так, задание «Каменная пушка». Здорово всем. Операция «Каменная пушка». На фирме, находящейся в Порто де Алегре, Бразилия, и занимающейся импортом-экспортом, якобы производится некоторое вещество, которое власти опознали как компонент нервно-паралитического оружия. Данные наблюдения были подтверждены информацией, которую выдали террористы, захваченные на Каймановых островах. Ваша задача – организовать рейд на склад компании и захватить все находящиеся там химические реагенты. Так как «Радуга» последнее время постоянно занимается заданиями в западном полушарии, поступило предложение временно разместить вас в Лэнгли. Хотя бы до тех пор, пока тут все не утихнет. А между тем у нас есть новое поручение. Катер прибрежной охраны США перехватил грузовое судно, приписанное к «Саванне». На борту было несколько сотен килограмм кокаина, примерно 20 ящиков штурмового вооружения и несколько миллионов листовок неофашистской пропаганды. Декларация корабля привела прибрежную охрану судоходной компании в Порто де Алегре, Бразилия. По случайности, это именно та самая компания, о которой упоминали в своих чистосердечных признаниях несколько заключенных с Каймановых островов. Получив на руки такую информацию, бразильское правительство начало наблюдение за операцией. И они не прогадали. У нас есть видеосъемка, как завозят и вывозят со склада оружие и наркотики. Сюрпризом для нас стало еще и видеоизображение чего-то, что очень похоже на контейнеры с русскими ярлыками для химического оружия. Технически такие операции не попадают под нашу юрисдикцию, но я повыкручивал кое-кому руки, и нам дали это задание. Уж слишком похоже, что оно из того же ряда, как и те, с которыми мы уже имели дело, чтобы я пропустил его. Вы проделали отличную работу в Аргентине, и теперь разведка надеется оказать ответную услугу. В данный момент мы можем уверенно утверждать, что взломщики с консервного комбината прибыли туда, чтобы уничтожить финансовые бумаги 40-летней давности. Вы могли бы подумать, что столкнулись с равным противником, а не любителями. Но похоже, что они просто старались сохранить завод в целости. Хорошие новости состоят в том, что они не успели уничтожить копии документов. Мы нашли их, и вот тут стало понятно, почему кто-то хотел, чтобы они исчезли. Потребуется несколько недель, если не больше, чтобы расшифровать их. Но одно ясно уже сейчас. Этот консервный завод используется как прикрытие для множества грязных делишек. Что же касается фирмы по импорту-экспорту, то на полученной нами пленке наблюдения видно, что в нее ввозят и вывозят большое количество разного имущества, в том числе нечто очень похожее на современное оружие. Приготовьтесь. Когда вы постучите к ним в дверь, они будут стрелять в вас не из дешевых старых АК-47. Мы все еще занимаемся переводом ярлыков, наклеенных на грузовые контейнеры. Но и беглый обзор уже подтвердил наши самые худшие опасения. Это компоненты нервно-паралитического газа ВХ. ВХ, на случай, если вы не знаете, это нервный реагент, связывающий себя с нейротрансмиттерами и блокирующий их. Неважно, прикоснулись вы к нему или вдохнули его, в итоге все равно будет быстрая, мучительная смерть, а летальная доза крайне мала. И даже хуже, это вещество обволакивает все вокруг и прилипает практически к любой поверхности, какую вы только можете себе вообразить. Понятно, так, тут дохуя читать, ну нахуй. Приказы. Ваша задача — организовать налет на склад компании, захватить на складе все химические реагенты, так как этот налет... то никто вас не ждет. Используйте это, но ни на минуту не ослабляйте бдительность. Эти парни отлично вооружены и хорошая мотивация. Так. Сейчас я всех настрою, возобновлю. Где пауза? Так, вроде все. Сохраняем план. Сюда. Да. Блять, давай быстрее играй в КС, заебал. Да, плей. Все, возобновлю, а то у меня еще вылетит она нахуй. Помните, мы ищем улики. Постарайтесь не разносить на куски все подряд. Так,
контакт сзади! Танка! Угроза нейтрализована! Полиция! Танка, мира пусты! Так. Угроза устранена. Блять, как же мне другими отрядами командовать-то? Вот я до сих пор не понял. Ну-ка, телеку пизда быстро выставлю. Да, заебись. Танго убит. Враг нейтрализован. Танго убит. Угроза нейтрализована. Все отряды, выдвигаемся! Танго убит. Контакт! Угроза устранена. Танго убит. Прибыли, сэр. Открой дверь. Сейчас, сэр. Ну проходи, хули ты. Стоп. Открыть. Выполняется. Враг нейтрализован. Отрицательно. Открой дверь. Да, сэр. Не могу выполнить, сэр. Что такое? Угроза устранена. Угроза нейтрализована. Враг нейтрализован. Танго убит. Кто стрелял? Так, а там, по-моему, кто-то есть, да? А хуй знает, ну пусть принадлежит. Ха-ха, о, здорово. Так они рядом со мной. Через ту сторону. Тут все готовы. Никого. Все отряды пошли на подходе. Угроза нейтрализована. Есть кто? Нет, там где-то внизу подо мной, блядь. На месте. Танго убит. Нейтрализована. Странно. Враг нейтрализован. Враг убит. Танго убит. Контакт. Враг убит.
Так, где еще остальные-то? Пусть нам, может, через улицу нам начнут. Так это не открывается. Блять. Задание успешно завершено. А, все что? Склад захвачен. Эвакуируй. Все, прошли, пацаны, миссию. Арновиска, как всегда, у нас в рекордах после меня. 5 человек убил целых. Ну да ладно. Продолжим в следующей серии.